Светлана Волкова с 7-летней дочкой Ангелиной проживали в 9-этажном доме в Мариуполе. В их квартире произошла утечка газа. Запаха Светлана не услышала. Одной горящей спички хватило, чтобы раздался мощный взрыв. Сильные ожоги получила и маленькая Ангелина. У женщины порядка 60%, из них 50% глубокого ожога. И у ребенка порядка 30%, площадь глубокого выясняется еще. В настоящий момент лечение проводится адекватное, ощущается острая нехватка препаратов крови. В Мариуполе нет специализированного ожогового центра. Светлану и Ангелину доставили в Запорожье. Для их дальнейшего лечения необходимо много препаратов, которые изготавливаются из донорской крови. Группа и резус-фактор не имеют значения. Родственников в Запорожье у Волковых нет. Мы верим, что руки врачей, Господь ими руководит и поможет им до конца довести Светочку и Ангелину поднять, чтобы они своими ножками вышли с этой больницы. Всем вам низкий поклон. Сдать донорскую кровь для Светланы и Ангелины Волковых можно в отделении переливания крови Запорожской городской клинической больницы экстренной скорой медицинской помощи с 8 утра. При себе нужно иметь паспорт. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5.